Администрация предложила увеличить плату за содержание жилья на индекс потребительских цен, то есть на 4,3%. Однако экономическая обоснованность предлагаемого тарифа вызвала вопросы и у депутатов, и у жителей. По словам представителей Ассоциации Совета многоквартирных домов Сарова, управляющие компании не предоставляют в полном объеме отчеты по потраченным средствам. Как можно повышать тарифы даже на 0,01%, не понимая, на что тратятся деньги? До 2015 года еще можно было анализировать годовые отчеты управляющих компаний. Там была какая-то конкретика. Мы, анализируя эти отчеты, отмечали приписки, завышение объемов и оценивали, что 2/3 средств куда-то пропадали. Теперь же, как говорит Наталья Калиновская, в отчетах не указываются конкретные работы, их объемы и стоимость. В течение года не выполняются должным образом акты приемки выполненных работ, и разобраться, за что жители платили деньги, невозможно. Информация, которая размещена на сайте управляющих компаний, это просто, ну, там знаете что? Там по крупным видам работ указывается сумма. Например, электрооборудование, электроснабжение дома, да, и указывается сумма 62 348 рублей 58 копеек. С точностью до копейки. Понимаете? И никаких разбивок на конкретные работы. Тем более актов нет. О том, что в реальности управляющим компаниям требуется на содержание жилья гораздо меньше денег, чем они собирают, говорил и председатель дома 15Б по улице Шверника Алексей Подсизерцев. Этот дом 2 года живет по индивидуальному размеру оплаты содержания жилья центру ЖКХ. Эта плата на 30% меньше той, что установлена администрацией. Проанализировав отчеты на сайте его управляющей организации, он пришел к выводу, что средств на содержание дома осваивается меньше, чем взимается по тарифу, предложенному администрацией. Независимо от степени благоустройства, процент освоения средств, которые установлены администрацией, да, по данным типам домов, он значительно ниже, чем 100%. В среднем это 84%. Там. Основной управляющей компанией, скажем так, нашего города, средств для надлежащего содержания помещений и своего жилищного фонда достаточно. С другой стороны, в прошлом году тариф не повышался, а сегодня его предлагают индексировать на минимальную сумму. Мы понимаем, что в сфере ЖКХ тоже работают люди, и они тоже хотят, чтобы им хотя бы на 4% в год, как и всем нам, поднимали зарплату. Они тоже этого хотят, они ходят в те же магазины, извините меня, и расплачиваются теми же деньгами. Но мы им отказываем в этом удовольствии сегодня. Как я понимаю, много предложений звучит именно в этой сфере. В ходе обсуждения поступило предложение добавить в положение по тарифам строку об изменении стоимости услуг в соответствии с индексом потребительских цен. И управляющие компании на основе этого решения смогут самостоятельно индексировать такую плату. Жители, если они не согласны с данным тарифом, если они не согласны с индексацией ежегодной на основании того индекса, который устанавливает правительство Российской Федерации, дальше они уже, как вот по положительному опыту Шверника 15Б, идут и договариваются с управляющей компанией или с другой управляющей компанией. У нас все-таки рынок, будем отмечать это, с другой управляющей компанией о том тарифе, который их устраивает. Поэтому предлагаю сейчас проект решения отклонить, повторно его рассмотреть на комитете с моими предложениями. Предложенный администрацией проект согласования размера платы за содержание жилого помещения депутаты большинством голосов отклонили и отправили на доработку. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.